16, тут присутствует 17. Значит, кворум у нас есть, согласно уставу, как бы мы полномочны рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня. А мы его переносим на следующее заседание, это где-то, я думаю, конец сентября, начало октября. Поэтому с точки зрения еще мы, ну, лето, мы еще не готовы. Да. Я ставлю на голосование утвердить повестку дня. На исключение второго пункта. Да, да, ну, естественно. Вчера. Спасибо, воздержавшиеся. По первому вопросу, это пакет регламентирующих документов 21-го чемпионата Украины. У каждого из вас этот пакет документов есть и был разместен по электронной почте. И я прошу вашего разрешения не зачитывать каждый документ, остановиться только на тех моментах, которые мне бы хотелось, чтобы члены президиума обсудили и приняли какое-то решение по тому или иному вопросу. Единственное, что сроки по 30 июня увеличены, обычно мы заканчиваем до 31 мая. Но на всякий случай, как говорится, мало ли, может, какие-то постмажорные могут быть. Вопрос в Бульсак просит при утверждении регламента. Получается, у них два соревнования, кубок Стэнли. Два разных соревнования. Кубок Стэнли. Президиум работает в своем режиме. Люди опытные, люди знающие, люди неравнодушные к баскетболу, которые, в общем-то, всю жизнь в баскетболе. Президиум прошел нормально. У федерации за 4 года набрал достаточно опыта и оперативности, решать оперативно и реагировать на все вопросы, которые возникают. Ну, а летом, вы знаете, что очень сложная пора, с одной стороны, для федерации, как подготовка всех сборных, всех уровней, и особенно национальной сборной, к чемпионатам Европы, а с другой стороны, у клубов подготовка к следующему сезону, потому что, в общем, к сожалению, всегда хочется летом отдохнуть, но я вижу, что вот в баскетбольном мире это не получается, потому что всех горячая пора. Как говорится, летом хорошо поработаешь, зимой и команда лучше будет играть, и в данном случае и сборные лучше выступят, поэтому работы очень много, в общем-то, и перспективы, что работы будет меньше, не видно. Я думаю, что работы будет еще больше.